тебе пожелал дополнительную просьбу. Ой, направо же провал пилигрима, ой, везде он побывал, кроме Крыма. Ой, полмира исходила и полсвета, как же Крым ты пропустил, да как же это? Не пойму я, почему так все непросто, если хочется ему очень остро. От любви, тоски, долгов и погоста на желанный дорогой полуостров. Он всех женщин разлюбил и вестимо, он все песни позабыл, кроме Кима. Но по-прежнему душа уязвима, и по-прежнему тропа мимо Крыма, и по-прежнему она мимо моря, и по-прежнему судьба мимо лета. Как же это по пути да в крематорий, как же в Крым не забежать, да как же это? Ай, Крым, 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 а что это такое? А это полуостров такой голубая, а у нас голубая мечта. Приголубит тебя точно голубя, и полюбит тебя, и погубит тебя любовь. И снова ты над домом, над дымом, над Крымом подымешься вверх и вверху. Плака приласкает тебя, ах, если бы так. А в несмитель летел и иначе как, и ползет весь народ на карачиках. А ты хочешь убежать от метели, как же понимать-то в самом деле? Нет, все ползут, и ты ползи. Осторожно, что поделать, гололед очень скользко. Полуостров захотел, это можно. Правда, крымский далеко, да близко кольский. А что метели страшнее того, кривотолки. Поглядишь ты на людей, шелки. И попасть на их лыки очень просто. Подниматься не могите уж роста своего. Ползи ползком преклоненно. Здесь ни смерти, ни судьбы не обманешь. Если встанешь, упадешь непременно. Но если упадешь, уже не встанешь. Победить-то пилигрима, если смог все позабыть, кроме Крыма. Ничего он понимать не желает, а все и так он твою мать понимает. Просто хочет он сорваться из дома, просто любит он скитаться ужасно. Хоть в нечистом, хоть в пекло, хоть в омут, но лучше всего в Крым, это же ясно. Ай, Крым, 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 а что это такое? Полуостров такой, голубая волна, голубая мечта. Приголубит тебя точно голубя, и полюбит тебя, и погубит тебя любого. И снова ты над домом, над дымом, над Крымом подымешься вверх и вверху. Облака приласкают тебя, как если бы так. И последний шлет привет героиням, пряча в пазуху пакет с героином. Произносишь монолог, надоевший, скучно глядя в потолок оцелевший, и оставив намерения благие, потихоньку прочь со сцены крадешься, так как публика давно в литургии, и овации от нее не дождешься. Но там бочком, бочком за кулисы, но там уже давно кипарисы. Эх, наполнится душа ароматом, мандаринами душа и гранатом. Вот уж где ты горевать-то перестанешь, и посмеешься над холодной Европой, и упадешь ты на песок, и не встанешь. И все вместе так пройдешь.